Спасибо большое за донат, Андрей Измайлов. Я плохо помню эту песню. Я же все-таки... У меня есть музыкальный вкус, потому что... Ну ладно, давай попробуем ее изобразить. Заодно посмотрим, как можно петь песню «Черного кофе», когда у тебя голос подсел чуть-чуть. Церкви Руси перекошены древние стены. Подойди, многом спроси, в этих зубах есть сердце и вены. Я не знаю, типа, ни ритм, ни ноты. Но я думаю, там примерно так. Заколочено накрест окно, молчаливо убого у братства, но зато старым стенам говно мерить душу с простым постоянством. И видать, оставался один. Если гид замирала в застое, и тогда среди многих картин вдруг рождалась над вечным покоем. Большая деталь, церковь старая, она Косогоре, и видна необъятная даль на былинном бескрайнем просторе. Старорусский народный обряд. Вот здесь стоп. Церкви, блядь, и старорусский народный обряд. Угу, ладно, хорошо. Неподкупная гордость людская, деревянные церкви стоят, это жизнь без конца и без края. Церкви Руси перекошены древние стены. Подойди, обдохом спроси, в этих зрубах есть сердце и вены. Да, блядь, сколько можно? Церкви Руси перекошены древние стены. Подойди, я многом спроси, в этих трубах есть сердце и вены. Поставь лайк. Сука, она кончится когда-нибудь или нет, блядь? Пиздец, там еще минута. Есть. Че? Есть сердце. Я не хочу есть ничье сердце, ребят. Сердце и вены. 0-0-0-0.
Блять, и называется это еще и все Владимирская Русь. Какая же коричневая музыка, пиздец. Владимирская Русь, песня «Кофе». Бля, и, по-моему, ее сочинил тот же чувак, вот вдумайтесь, да-да-да, Шаганов. Тот же чел, который придумал текст, типа «Мы с конем по полю идем». Ну, типа, понятно, как бы в семье не без урода, блядь. То есть коричневые полосы в, скажем так, в шкафу у каждого есть скелеты. Что там Шуфутинский было? Ну, это какая-то залупа, ладно. Она была в постели кошкой. Бля, я ни одну песню не знаю из этих, которые для Иванушек. Но типа про коня это точно он бахнул. Или корни, ну-ка, что там. Ну это тоже какая-то залупа. Бля, короче, самые хуёвые песни, походу, для всех сочинил. Кроме коня. Ну коня же он сделал, по-моему, да? Так. Нежелательные для Латвии, ну понятно. Основывает тры-пыры группы Любэ, работает с Маликовым, тры-пыры-пыры-пыры. Вот, песня «Конь», да. Ну, типа, «Конь» без спору нет, гениальная штука. Как бы там она дальше не использовалась и не воспринималась. Но типа... А, он много написал для «Черного кофе». Ну, в принципе, понятно все. «Золотая пора» ему приснилась. Типа, мало того, что все эти исполнители, ну, как бы такое, да? Так тут еще и самые коричневые песни у всех у них. Какой-то Кристиан, блядь, Дристиан вообще. Кто знает у Аллы Пугачевой Дристиан? О, сам для себя что-то сделал. Или что это? А, вот эту хуйню он сделал. Типа, растет не по годам. И уже читает по слогам. Бля. Деревянные церкви Руси.